Я всегда думаю, что удача придет ко мне сама. Просто так. Я ее жду каждый день. Это утомительно. Поэтому мне нужна выносливость. Многие не выдерживают. Но я уверен, что когда придет время и нужно будет собрать волю, я буду готов. Хотя, возможно, я все это выдумал. И удача не придет. От этого становится страшно. И я учусь преодолевать свой страх. Я не знаю, как именно мы встретимся, но это будет. А как свою удачу ждешь ты?